Это новости в форме. С вами Александр Бикульчик. Добрый вечер. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин убыл с официальным визитом в Китай. В Пекине состоятся переговоры с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и заместителем председателя Центрального военного совета. Глава военного ведомства посетит учебное заведение и воинские части армии Китая, а также примет участие в 10-м Сяншанском форуме по безопасности. На Гужском полигоне проходят занятия с личным составом подразделений механизированной бригады. Гвардейцы выполняют упражнения контрольных стрельб из вооружения БМП-2. У границ с Белоруссией Польша проведет военное учение «Зубр-23». Тренировка пройдет с 26 по 29 октября. Тактические мероприятия будут осуществляться как на полигонах, так и вне их. Сообщается, что вблизи белорусских рубежей планируется интенсивное передвижение войск. В бригаде специального назначения прошел спортивный конкурс «Юный спецназовец». На старт турнира вышли воспитанники военно-патриотических классов, кадеты и суворовцы. Ребята соревновались в силовых упражнениях, прохождении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи. Команда телекомпании ВНТВ активно готовится к предстоящему чемпионату по колке дров среди представителей средств массовой информации. В турнире примут участие 37 сборных. Болеем за команду военкоров вместе. В военной академии пройдет день открытых дверей. Гостей познакомят с порядком приема и обучения в ВУЗе, учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов. Мероприятие пройдет 28 октября в 10:00 в клубе «Ракетчик». Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе «Яндекс.Дзен» и в наших социальных сетях. До встречи!